Вот это удача. Блин, я все переживал, что это мелочь. Но это карась. Смотрите, какой здоровенный карась. Так, ребята, всем привет. У нас лето, жара, и я на рыбалке. Блин, ух, капец, как цепляется за одежду. Нифига себе, куда я попал. Стена из леса. С утра еще более-менее так прохладно. Можно походить. Блин, здесь тоже стена. Что за фигня? Куда я попал? Офигеть. Тут даже хрен пройдешь. Даже не видно никакого окошка, чтобы можно было пролезть. Что-то я походу не там высадился, блин. Капец, здесь лес. Реально не пройти, блин. Что делать? Пробуриваться, что ли, блин? Что-то я как-то не подрасчитал. Так, здесь или здесь, вот здесь получше будет, наверное, скорее всего. Итак, у нас река. Блин, по-моему, там рыба. Что-то непонятно. Мне кажется, там рыба есть уже. Так, короче, надо мне приготовиться. Блин, вот тут рыба есть. Нужно приготовиться срочно. Микрофон очень неудобно стоит. Так, лучше, наверное, его сюда поставить. Перчаточку оденем. Пока на паузу поставлю. Что-то здесь тишина. Оба-на! Нифига себе тишина. Прозевал я, блин, рыбку. Даже не понял, что за рыба была. Ну, короче, ушла она. Блин, мошкара лезет. Да, что-то тут на этой стороне не так уж интересно, как на той стороне, блин. Можешь перейти на ту сторону, на тот берег. Попробуем. Может, там интереснее будет. Нифига себе, вот он. Как я так прозевал-то, блин? Так. Давай.
Давай, давай, иди сюда. Я что-то не понял, я не вижу рыбу, блин. Вот он. Там несколько штук. Ай, блин, один ушел. Где второй? Нифига себе, вроде вода более-менее прозрачная, но что-то я вовремя не увидел. Блин, убежали что ли? Вот это капец, конечно, неприятно. Прозевал, прозевал. С виду на полторушку-двушку где-то были, блин. Ёлки-палки. Прикиньте, блин, нерест, по идее, как бы уже давно прошел. Он, походу, еще есть. Или это остатки. А может, вообще не нерест, а просто так они плавают. Сейчас я вам покажу, что они тут вытворяют. Так, где-то здесь. Вот он идет. Ай, зараза. Вот здесь он стоит. Блин, зараза, увидел. Ну, блин, я не хотел стрелять, он мелковатый был. В таких местах надо быть аккуратно, потому что они здесь могут быть прям в кустах стоять. Надо быть наготове всегда. Офигеть, вон смотрите, блин, я только что оттуда пришел. Поднимаются вверх по течению. Блин, не видно. Зараза, он уходит. Он на меня, по-моему, идет. Он на меня идет. Блин, мелкие тоже. Что такое, они все стандартные? Что, блин, покрупнее нету, что ли? Хотя бы, блин, от двушки надо стрелять. А то мелких, блин, чистить не особо хочется. Оба-на. Это тоже мелкий. Или других вариантов здесь нету. Все на подбор, блин. Один в один. Ладно, наверное, скорее всего, тогда буду стрелять. А то что-то я уже нормально прошелся, еще ни одного не взял. Так сказать, надо почин сделать. Ох, блин, какие там волны. Блин, надо мне, может, по кустам пройтись, наверное, я так думаю.
А то, по-моему, они меня видят. Так, срочно надо выходить. Вот здесь прям как из засады. Вообще классно. А теперь можно нормально выслеживать добычу. Ну, где вы там? Стреляю. Нормально ему зарядил. Нормально. Не уйдет он никуда. Я ему прям по башке, короче, бахнул. Ох, да тут, оказывается, рыбацкое место. Я что-то даже не заметил. Рогачки стоят. Иди сюда. Блин, вот это почин. Конечно, обалденный почин. Прям зачетный. Ах ты, блин, как снять-то? Так, сначала надо отцепить. Ай, блин. Это, конечно, плохо. Да. Зарядил, конечно, ему обалденно. Оба-на, отлично, сам вышел. Молодец. Блин, тут, оказывается, можно подъехать поближе. А я, наверное, по той стороне через лес ходил. Же неудобная, блин, сумка. В смысле, в плане ношения неудобная, блин. Так, короче, ребята, блин. Как показать? Такой вот обалденный красавец. Блин, там еще подходит. Нифига себе, себе локацию выбрал. Они, короче, прям тут-то под берегом проплывают. Нет, они проплыли, скорее всего. Ну ладно, пойдем дальше. Не будем останавливаться на одном месте. Не видно, там глубина такая еще. Еще вода мутная. Блин, здесь я не понял, здесь сеть стоит, что ли? На сетку похоже. Офигеть, тут, оказывается, еще есть браконьеры, блин. Ладно, короче, попробую перейти. Надеюсь, получится. Что-то, по-моему, ни хрена. Там глубина, блин, достаточная.
стоит. Ко мне, блин, спиной повернулся, зараза. Вот. Ну-ка, повернись, повернись еще. Есть. Давай, иди сюда. Не-не-не-не-не-не-не-не. Только не туда. Кабанчик у меня. Блин, хорошо. Сопротивляется. Надо его замучить, короче. Опана. О, хорошо, хоть вода прохладная, блин, ноги. Ноги остывают хоть чуть-чуть. Давай, давай, иди сюда. Ай, да ты чё? Я думал, сорвался. Блин, там, походу, он за камень зацепился. Ёлки-палки. Это плохо. Блин, возможно, сейчас будет этот обрыв. Ай, зараза. Иди сюда. Все, есть. Ребята, есть. Блин. Ай-яй-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Стоять, стоять. Блин, как раз еще отцепился. Прям возле берега отцепился. Смотрите. Какой золотой. Я думал, уже все, блин. А нет, нифига. Повезло мне выследить. Фу, блин. Замучился, елки-палки. Но ничего, я еще, в принципе, до машины не дошел. Как раз вот в ту сторону идти. Может, повезет. Третьего взять. Блин, они все одинаковые. Офигеть. Ну, теперь можно расслабиться. Можно, короче, не напрягаться и возвращаться. Спокойно. Ух ты ж, блин. Сколько весит, не знаю. Но тяжело. Блин, они по турешке, наверное, точно есть. Аж прям чувствуется, как тяжело стало. Фух. Так, здесь еще есть открытые места. Ах, блин, весь в этих ёжиках, колючках. Фу, блин, мошкара задолбала. Да, здесь тоже классное место. Зеркальный. Блин, он меня заметил. Зараза, он маленький подошел, зеркально ушел. Зараза. Нет, маленького не буду стрелять. Блин. Фух, классно было бы. На пасашок зеркального бахнуть. Вот он. Нет? Нет, это, блин, пискарик подошел. Может, блин, подойдет сейчас? Оба-на, оба-на. Что там у нас творится? Да елки-палки, башкара прям перед носами глазами маячится. Как это жестко напрягает. Так, где они? Да ёкаламаны. Не видно. Вот они. Ой, блин, вообще мелочь. Что такое? Нет, таких я не хочу стрелять. Нифига себе, тут рыба была. А я ее даже не заметил.
Ладно. Ехали дальше. Кто там подплывает? Нет, это не наша цель. Блин, здесь рыба стоит. Потому что муть свежая поднимается. А чё я ее не вижу? Или это мелочь была? Короче, хрен его знает. Где сумка? Ох, блин! Да. Что-то я уже думаю, брать третьего или не брать. Так. Блин. Как подумаешь, что идти туда еще через эти заросли, аж все желание пропадает. Вышел на такой, на такую, как сказать, не знаю, но здесь, наверное, рыба должна ходить. Да, вот он там, он вдалеке. Блин, мошкара долбаная, не дает нормально присмотреться. Стоит, не знаю, хвост нормальный. Блин, потерял. Вот только взгляда увел, и все, я его потерял. По-моему, где-то он. Где-то здесь должен быть. Подплыл. Полторушка подплыла, короче. Так, но меня не интересует. Он еще так. А вот. Это он и не он. По-моему, это он. Или это вообще карась. Блин, карась — это хорошо. Понятно, блин. То ли мелочь, то ли чё. Короче, вот он вот стоит, вот. Вижу хвост, но не могу разобраться, блин. Тут либо карась, либо... мелкий сазанчик, блин, если сазанчик, неохота мелкого брать. Ну покажись. Короче, стреляю. Надеюсь, это карась. Я надеюсь, это карась. Эх ты ж, блин, запутался. Нифига, какой карась! Ё-моё, вот это мне фартануло, блин, ребята. Обалдеть. Карасище. Ни хрена себе. Карасямба. Нифига. Вот это удача. Блин, я все переживал, что это мелочь. Но это карась. Смотрите, какой здоровенный карась. Офигеть. Вот это прям четко. Так. Обалдеть. Ну, я теперь точно доволен. Вообще, я сегодня приехал за хищником. Но я, походу, еще и на жареху себе взял.
Вот это карасевич. Крутяк. Короче, вот он мой улов. Два сазана. И обалденный карась. Я думаю, на этом охота моя закончится. Хватит на сегодня. Блин. Точно хватит. Мне еще выходить сквозь эти заросли. Хрен его знает сколько. Ну что, все. Всем удачи и пока. До скорых встреч. Ёб твою за ногу. Вы посмотрите просто на эти ежики. Зараза. Вот в Казахстане эти ежики капец как напрягают. Не знаю, где там в России у вас. Или в Узбекистане, или в Кыргызстане, или в другой. В другой стране, где вы живете, есть такие ежики или нету? Напишите в комментариях, мучают ли вас такие ежики, как меня. Все. Ух ты ж, блин. Всем пока. А я пошел. Короче, ребята, хочу показать вам, как я иду вот за своей машиной. Чтобы вы понимали, что это вам не, блин, по тротуару пройтись. Ох, блин, моя жидкость драгоценная. Короче, это просто пипец. Бляха-муха. Но это того стоит. Фух. Как говорится, я не ищу легких путей. Фух. Я не стал всю дорогу заснимать. Фух. Блин. Но это очень сложно. Вот, наверху дорога, я уже пришел. Все. Сейчас передохну и пойду. Все, всем пока.